25 марта 2020 год, Харьков. Я просто обожаю это место. Уникальное место в Харькове, где ты не погрешил против истины, можешь сказать кому по телефону, находясь в здравом уме и твердой памяти, что ты в дурдоме рядом с Александром Невским рассматриваешь желто-блакитный стяг на Эйфелевой башне. Сапунова дача дурдом, чем натурально. Не в том смысле, что в Харькове карантин — это дурдом, а самый обычный дурдом. Ветром занесло. Ну и Эйфелева башня, натуральная Эйфелева башня в масштабе. Совершенно аутентичный желто-блакитный стяг.